Друзья, всем привет! Вы на канале Spinning Only. Приходят холода, и на рыбалке становится холодно, и нужно подумать, чем согреться. Ну и, конечно же, это горячий чай, друзья. Сегодня у меня будет обзорчик, но не на горячий чай, а на термос, на мой новый термос. Это термос от компании Ranger, емкостью 1,2 литра. Сразу хочу сказать наперед, этот термос я не покупал, мне не давали его на рекламу. Я выиграл его на соревнованиях Father Spinning Cup. Здесь даже есть такая гравировочка, 2021 год, второе место я там занял и получил вот такой вот термос, за что очень благодарен. Спасибо, классный подарок. Ну и решил сделать небольшой обзорчик данного термоса. Итак, друзья, объем 1,2 литра. Весит 590 грамм. И если мы чая нальем, плюс еще увеличивается, то есть он уже будет весить килограмма 2, так, а то и больше. Такой термос, такой емкостью я с собой на обычные пешие там рыбалочки рядом с речкой не беру. Этот термос я беру, когда мы едем на рыбалку на целый день, на машине, чтобы его с собой не носить, а прийти в обед, попить горячего чая. Ну, либо когда едем на зимнюю рыбалку, я думаю, он по-любому мне пригодится, так как там особо бродить не будем. Поставили, положили вещи, и с таким термосом будет удобно прийти попить горячего чая. Данный термос выполнен с нержавейки. Такой вот у него светлый цвет. Нанесена порошковая краска, которая не скользит в руках, очень удобная и хорошее покрытие. Значит, такой термос выполнен по подобию термоса Трамп. В принципе, цена у них отличается 100-150-200 гривен. Трамп дороже. Ну, я заметил, вот у меня был, друзья, Трамп, и сразу скажу, слабое звено в Трампе. Трамп хорошо держал, то есть это точно вот, похож один в один на Трамп. У меня Трамп продержался долго, хорошо держал чай, но случилось момент такой, я его положил в багажник в машине, вот в этом месте, где дно, было, мотор сверху положили, он немного поддавил и все, термосу пришел гоплык. Термос перестал держать, при наливании кипятка он сразу нагревался и чай остывал. Я расстроился, конечно, ну, что делать. На эти термосы, друзья, идет пожизненная гарантия. То есть они уверены, что термос будет держать тепло и сделали такую хорошую гарантию. Что еще здесь удобно в этом термосе? То, что немаловажно, это две чашки. То есть мы открываем наш термос. И одним движением руки у нас раз. И у нас получается две чашечки. То есть если вы там с другом рыбачите, это очень удобно, друзья. Раз, закрутил обратно. И на термос одел. Две чашки, мне это очень нравится, это большой плюс. Так как термос открывается, друзья, вот просто крышка, вы немножко делаете проворот. Не нужно ее полностью открывать, чтобы чай не остывал. Это все продумано, сделано, и вы наливаете чай. И также одним движением вы закрываете. Все. Вот это тоже очень удобно и продумано. На дешевых китайских термосах, на которых нажимаете, чтобы попить чай, там они загрязняются, очень плохо вымываются. А здесь все очень удобно. То есть такая вот крышечка. В крышке внутри находится пенопласт, уплотнитель, который не дает остывать чаю. Здесь такая вот еще тоже резиночка, которая также не дает выходить горячему чаю. И он долго держит тепло. Я вот, друзья, налил вчера с вечера этот чай. Сейчас хочу попробовать, протестировать. Вот реально горячий. Градусов 50-60, наверное, я не знаю в нем. Вот вчера 8 часов вечера налил, и сейчас 8 часов утра. И чай горячий. Держит классно. И я еще что почитал. Чем больше емкость у этих термосов, чем больше они держат тепло. Вот, в принципе, друзья, такой небольшой краткий обзор рассказал по этому термосу. Я уже попробовал, держит тепло, поэтому могу вам с уверенностью сказать, термос хороший, своих денег стоит. Поэтому советую, покупайте. Ни в коем случае не реклама. Просто сделал небольшой обзорчик, потому что у нас сейчас такое настало межсезонье. Мороз пошел, на спиннинг особо не половишь, сильный ветер, снег начинается, и льда еще нет, и на зимнюю рыбалку не сходишь. Поэтому нужно делать какой-то было контентик. И вот у меня в голову пришла такая идея сделать обзорчик моего термоса. Поэтому, если кто собирается покупать, советую
А вы подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. We'll be right back.